В этой мастерской на протяжении 20 лет творил Виктор Иванович Пурихов. Благодаря ему наш город украсили памятники композитору Балакиреву, маршалу Советского Союза Рокоссовскому, меценату Бугрову и еще десятки работ. Наверное, самое значимое из них для нижегородцев установлено в Кремле. Это памятник Георгию Всеволодовичу и его духовному наставнику, епископу Суздальскому Симону. Памятник, что в Кремле стоит, вот на этом подиуме, лепил их 3,7 метра. Сначала каркас делается, и голову, и руки, если надо, а потом лепится из глины. Потом формовщики формуют самое по частям, и потом отливается из бетона или из бронзы. Виктор Иванович родился в 1941 году в селе Бурнуково Бутурлинского района. Первые шаги в изобразительном искусстве он сделал на камнерезной фабрике «Бурнуковская пещера», после чего окончил Абрамцевское художественное училище имени Васнецова и полностью погрузился в работу. Он ваял из камня, дерева, гипса и сделал более 100 работ. Сегодня Виктору Пурихову 80. Спасибо вам огромное за тот вклад, за то, что вы украшаете город, за то, что ваша работа становится достопримечательной. Да. Наверное, у нескольких поколений есть фотографии, да, рядом с вашими памятниками, скульптурами. Одна из последних работ Виктора Ивановича – бюст Сергея Есенина. Скульптор больше не творит, перевозит работы на свою историческую родину. Основная часть уже выставляется в двух залах – в Бутурлине и селе Бурнуково. Спешите увидеть. Екатерина Васильева, Ренат Бикбаев. Время новостей.